В нашем городе открывается такая, как мы назвали, эко-ярмарка, то есть экологически чистая. То есть здесь и продукты будут представлены с нашего района, из ближайших районов. Это Вольский, это Духовницкий, это Пугачевский, это Хвалынский район. Она соответствует нормам, требованиям и правилам. Столы нержавеющие, холодильное оборудование. Здесь и ветлаборатория создана. Ярмарка сейчас будет это действовать 3 раза в неделю. На летней площадке вы увидите, там большая территория достаточно, конечно. Там будут шатры, где будут для дачников наши. И также будут наши овощники и наши картошка, моркошка, развалы, бахчик. Все это будет на улице. Сегодня перед началом ярмарки выставляется оборудование, торговые места. Ярмарка начинает работу с завтрашнего дня, с 20 числа, 8 часов утра. С 8 до 15 она будет функционировать. Уже стоят остановки для транспорта. Здесь же будут прилавки для наших дачников, которые у Колоска, вот сейчас там будет прогулочная зона, фонтан будет около Колоска, они здесь в шатрах, шатры будут красивые. Приходите на эту ярмарку. Я надеюсь, эта ярмарка будет не то что лучше в Балаковском районе, а лучше во всей Саратовской области.